100 призов на 100 лет. Такую акцию решили провести в региональном отделении ОФК банка в Мурманске. Участниками становились вкладчики, открывшие вклад юбилейный в определенный период времени, выигравших ровно 100 на каждый год столицы Заполярья по победителю. Главный приз – автомобиль. ОФК банк, конечно же, не мог обойти стороной столь значимое событие, как столетие города. Среди более чем 5000 вкладчиков регионального отделения ОФК банка по принципу случайной выборки организаторы определили 100 победителей на вековой юбилей города. Акцию 100 призов в банке придумали за год до события, заручились поддержкой Москвы и местных партнеров и провели конкурс. Сегодня мы подводим результаты этой акции, разыгрываем самый главный приз, который у нас есть, это автомобиль. Ну и остальные у нас получаются еще 99 призов различных номиналов. Это будут сертификаты в магазин «Эльдорадо», где люди смогут купить то, что они желают на эти деньги. И плюс сертификаты в санатории «Лапландия». Главный приз – автомобиль Hyundai Santa Fe – достался Вячеславу Петухову. С банком мужчина сотрудничает давно. Автомобиль, который долгое время стоял на улице у входа в отделение, он видел, но не думал, что может оказаться тем, кому достанется дорогая машина. Особенно приятно получить такой подарок на столетие любимого Мурманска. Я уже 52 года в Мурманской губернии, а это вообще, даже бы не эту машину я выиграл, а любой приз, это все равно приятно, потому что вот они... Работают с клиентами постоянно, постоянно работают. Поздравления, значит, с днем рождения поздравляют. Ну, приятно же. Во время подведения итогов акции 100 призов отделение банка решили не закрывать, чтобы не останавливать работу даже по такому торжественному поводу. Случайные посетители, не ожидавшие увидеть такую необычную картину в холле, были приятно удивлены. После вручения призов в банке состоялся фуршет для всех участников конкурса.